Французский генерал Поля Сарес умер во вторник в возрасте 95 лет. Во время колониальной войны в Алжире он командовал французскими спецподразделениями. Позже Сарес признал и отстаивал правомерность использования французами пыток и внесудебных расстрелов местного населения. В 2004 году генерал был приговорен к штрафу за оправдание пыток и лишен звания кавалера почетного легиона.